Всем привет! Сегодня мы приготовим пиццу за 5 минут из продуктов, которые есть у каждого в холодильнике. Ну, почти у каждого. Для этого мы будем сегодня использовать лаваш, томаты консервированные, грибочки, колбаска, сладкий перчик, помидорка и сыры. Лаваш мы будем использовать в качестве теста. Грибы мы предварительно сварили, нарезали и сварили. Еще вареные грибы можно держать в морозилке. Во время разогревания духовки мы нарезали все продукты, чтобы не терять времени. Томаты мы передавим вилкой, а потом ложкой размажем это все на лаваш. Берем с томатами и перемазываем. Перемазываем почти по всему лавашу. Теперь мы начнем выкладывать колбаску. Выкладываем ее равномерно. Теперь берем перчик и тоже раскладываем. А потом помидорку. Потом начинаем брать сыр и посыпаем. Сверху можно накидать наших грибочков. Максимально разогретую духовку на 5 минут. Прошло 5 минут, пиццу можно доставать. Теперь нужно посыпать пиццу итальянскими травами и оливковым маслом. Подождать еще несколько минут, чтобы пицца схватилась. Пицца готова. Всем приятного аппетита!